Друзья, мы с вами по-прежнему в Сочи. К сожалению, я вынужден сегодня задержаться в Сочи опять. Но все-таки ближе к ночи уже буду в Ладожской. И вот сейчас мы пришли на пляж Куба. Тут нас встречает пират. Бегло покажу вам анонс ролика, который вы еще видите. И расскажу, где находится этот пляж. А сейчас непосредственно в гости к Фиделю. Не мог не зафиксировать проезд ласточки. Здравствуйте. Вот сейчас она проезжает остановку Мамайка. Помните такое? Вспомните, все, кто ездит на электричке в Сочи и Сочи, которые останавливаются везде. Вы наверняка слышали это название. Поехали дальше. Народ на пляже Куба кайфует. В прямом смысле этого слова. С компьютером, ноутбуком. Дышим свежим воздухом и кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Ну а я вам сейчас покажу вот эту вот интересную, на мой взгляд, вывеску. К сожалению, солнце не дает мне показать ее в цветах и красках. Но запомните, пляж Куба в тени от солнца. Хотя нет, а как загорать тогда, если в тени? Но вот это произведение, несомненно, можно назвать это произведением искусства Фидель. И легендарные автомобили, которые мы все видели в Орле и Решке. Ну и вообще во всех роликах про Кубу. Всем пока, ребята, это анонс, маленький коротенький анонс ролика про пляж Куба. Да и ролик будет, честно говоря, тоже не очень большой. Пока.